Так. Ну, девчата, девчата. Получается, что мы про это с вами, в принципе, поговорили. Нет, мы там были, это я проснул, сейчас обратно. Нет, сейчас. Или я второй раз оставил, ну, я уже голова не та. Давайте поехали дальше. Вот. У меня осталось 10 минут. Что ты еще успеешь сказать? Пожалуйста, у меня сейчас есть на флешке. Там я достал с холодильника и сфотографировал коробку, пол коробки с черешнями. Никак не могу доесть. Вот. А это доказательство того, что черешня может быть в средней полосе. Еще одно доказательство. Посмотрите. 19-го я делал эту фотографию. 19-го. И на дерево висит еще немного там. Осталось их штук 50. Но птицы, по-моему, наелись так, что уже даже обидно не смотрят. И они начали падать через. Обычно черешня никогда не падала. Птицы раньше добирались. Ну вот она, черешня настоящая. Кстати, посмотрите на листья, если вы сомневаетесь. Вот. Вот она. Листья, видите? Ладно, теперь посмотрим, для чего это все показываю. Вот. Дело в том, что меня чем обижают? Требуют саженцы. А с одной стороны, у меня не только самый морозостойкий в мире персик, самый высокий в мире шелковица, самый высокий в мире черный абрикос, самый высокий в мире черешня. Так, ну теперь саженцы подавай. Я пытаюсь людям объяснить. Не потянули, не потянули, понимаете? Невозможно. Все. Жалко. Можно было бы продавать по всей России. Не потянули.